Вчера она поступила в крайне тяжелом состоянии, очень тяжелая была при доставке. Там был гиповолемический шок, травматический шок, множественные резанные раны, плюс ампутация ушных раковин. Операция началась в 12:30 и продолжалась вплоть до 20:30. Три наших хирурга вместе с пластическими хирургами операцию проводили. Во время операции было перелито 5 литров кровезаменителей. До обеда держали в реанимации. Сейчас состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас доступа к ней ни для кого нету. В охране необходимости нету, потому что мы это все закрыто держим, никого не допускаем, никого не пускаем. Так что там безопасно. В вопросах речи и быть не может, потому что мы ее несколько часов только назад с реанимации перевели в отделение. Да, мы сейчас пришили, но у нас есть медицинская тактика, пришивается этапно, потому что когда было отрезано, сколько времени данный орган находился, в каком состоянии, где, по временной промежуток, мы же ничего не знаем же. В меру своих возможностей мы информацию собрали, но это неполноценно, поэтому мы, чтобы наверняка все прижилось, через какое-то время будем уже пластически трансплантационные дальше операции делать.